Книга «Открытым оком», том 2, тема «Молитва», вопрос 622. Что лучше, 10 минут молиться со слезами или в течение часа читать молитвы, делать земные поклоны и тому подобное, но без душевного сокрушения? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Не нужно противопоставлять первое второму, но смотреть на чтение молитв в псалтире и на земные поклоны, как на прелюдию к 10-минутной вспышке. Нужно, чтобы молитва дошла до Бога. И если даже нет никакого желания и сухость в душе, как в Сахаре, то и тогда молись. Святые отцы, согласно Иоанна Златоуста, рассуждают так. Бог воздает по трудам, и всякое удовольствие, получаемое на земле за любой труд, делает награду в небесах неполноценной. Когда проповедуешь другим о Христе, и ни одна душа не откликнется на призыв Святаго Духа, то награда твоя на земле, на небе будет больше, чем если когда кто покаялся. Часть награды человек имеет в радости своей, получаемой на земле. Из-за того, что чужой стал твоим братом, и ты обнялся с ним, приобрел его трудом своим, ты радуешься небесной неизреченной радостью, как мать приходу дитяти в этот мир. Но 1 Коринфянам 3:7. «Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращает, возвращающий». 1 Коринфянам 3:8. «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». От человека не зависит даже от самого красноречивого и смиренного проповедника, обратится ли душа. Иоанн Златоуст добавляет. Но пусть моя награда в небесах будет меньше, но только покайтесь, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Горе, несчастье легче выбивает из нас слезу, чем спокойная погода, но, несмотря ни на что, должна быть интимная встреча с Господом в определенное время, заранее назначенная. Поклоны не дадут слез, но они помогают смиряться, разогреть и тело, и душу. Делающие многие поклоны бывают суровы и непреклонны. Это тоже необходимо. Но это всего лишь как крыша. Они вызывают страх Божий, обороняющий от гнева Божия. Проникновение во внутренние переживания, вхождение в страдания Господень со сознанием своего недостоинства дают слезы.